разрешено. Thank you.
Сканирую удостоверение. Призыв. Провожу идентификацию. Оружие разрешено. Сканирую удостоверение. Призыв. Провожу идентификацию. Готов. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Дело не ждет. Thank you.
назначен. Thank you.
Доставляю груз. Спасибо. Я отдал ей лекарство. Она говорит, что ей уже лучше. Но меня не обманешь. Врач сказал, что ей, кроме всего прочего, нужны не только антибиотики. Она беременна. Я хочу, чтобы ее как можно быстрее осмотрели. Я прошу тебя, зайди к врачу. У него есть какая-то машина. Он думает, что она поможет. Детали я не расслышал. Проклятая связь все время падала. Но кто-то должен ее сюда доставить. Можешь взять с полки все, что нужно. Черт, да хоть все бери. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сэм, размещен заказ. Загляни в терминал доставки. Просит выполнить заказ как можно скорее. То есть твоя оценка будет зависеть от скорости. Только не забывай, что когда находишься за пределами сети, ты не сможешь изготавливать предметы. Тщательно отбирай снаряжение из того, что предоставил клиент. Таймер не запустится, пока ты не выйдешь. Так что не торопись и подготовь снаряжение. Состояние пациентки, я установил лимит времени на этот заказ. Ты можешь доставить груз и после истечения времени, но я хочу, чтобы ты кровь из носу принес его в срок. Я знаю, что мы завалили тебя делами, но твой ББ может и подождать. Кроме того, усиление хиральной сети ускорит его выздоровление. Thank you.
Загляни в терминал доставки. Идентификация. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать. Вот и ты. Тот горный житель связался со мной. Прописанное мной лекарство не помогает. Действуем быстро. Я надеялся, что антибиотики снимут симптомы. Но, похоже, мы опоздали. Инфекция на таком сроке беременности может привести к разным осложнениям. Даже если она выживет, у нее может возникнуть поражение мозга и даже его смерть. Тебе нужно доставить к ним биопринтер и удаленный медицинский терминал. Если подключишь их ко мне по хиральной сети, с помощью этого оборудования я установлю диагноз и назначу лечение. Терминал позволит им передать мне их генетический код, с помощью которого я создам ДНК-вакцину. В данный момент мы умеем создавать только вакцины на основе вирусов и других неживых компонентов. Но в будущем мы, возможно, избавимся от этого ограничения. Думаю, мне не надо говорить о том, что оборудование очень хрупкое. Не разбей его. И спасибо. Thank you.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет взято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес.
Что с тобой?
за ваш опыт. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Ты здесь? Слава богу. Она едва держится. Еще немного, и я не знаю, что бы я сделал. Сказал, что нам нужно подключение к хиральной сети. Так подключи нас. Мы вступим в UCA. Я на все готов. Действуй. Доктор? А, отлично, я включу свой терминал. Сейчас, секундочку. Все будет хорошо. Это устройство позволит осмотреть ее, словно я рядом с ней. Манипуляторы на терминале идеально повторяют мои движения. А с помощью биопринтера я смогу создать особую вакцину. Жаль, что моя жена не смогла сделать побольше таких штук. Перед тобой все, что у нас есть. Не волнуйся. Мы позаботимся о том, чтобы твое дитя добралось без проблем. О, спасибо. О, это невероятно. Благодари его. Сеть, которую он помогает построить, навсегда изменит медицину. Ладно, давайте на вас посмотрим. Сэм, ты практически привел нам личного доктора. Большое спасибо. Неплохо. ББ-28 скоро снова будет в строю. Малыш настоящий боец. Так держать, Сэм. Сэм, слушай. Для тебя есть заказ от одного горного жителя. Тебе придется отправиться туда, где еще нет хиральной сети. Хороший шанс изменить это положение. Так что займись поскорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Эти силовые перчатки тебе понравятся. Они значительно повышают силу рук и захвата. Если лезешь по веревке на вершину скалы, сможешь забраться гораздо быстрее. И заметишь разницу, поднимая тяжелый груз. И это не все. Ты когда-нибудь падал с крутого склона? Наверное, пытался замедлить падение руками, да? Ну вот, с этими штуками ты сможешь остановиться куда быстрее. Только обещай, что не будешь ими никого бить. Они не для этого.
Спасибо за ваш вклад. Tell you.
Доставляю груз. Ты из Бриджес, да? А больше ты мне ничего не принес? Нет? Ну, ладно тогда. Я даже не думала, что получу доставку в таком идеальном состоянии. У меня к тебе просьба. Ты не мог бы отыскать фотоаппарат моего отца? Он... Долго рассказывать, но он проводил тут полевые исследования. Отец верил, что разгадка выхода смерти скрыта где-то здесь, среди этих скал и пещер. Но он умер, так и не завершив свою работу. Теперь я должна довести дело до конца. И недавно я кое-что нашла. Кое-что удивительное. Я была уверена, что именно это искал мой отец. Хотя и непонятно было, как это связано с выходом смерти. Мне требовалось мнение эксперта. Кого-то, кто смог бы сказать мне, что же я нашла. Я взяла отцовский фотоаппарат, чтобы запечатлеть свое открытие. Засняла все в мельчайших деталях. Но по пути назад я увидела группу вооруженных людей и испугалась. Побросала вещи и побежала. К счастью, меня не заметили. А когда я остановилась, до меня дошло. Фотоаппарат-то остался там. С тех пор я все набиралась храбрости, чтобы сходить поискать его. Но потом вспомнила. На футляре же осталась бирка. И я подумала, раз ты из Бриджес, может, ты сумеешь определить, где он сейчас? Пожалуйста. Я все отдам, лишь бы его вернуть. Я оформлю заказ. Пойми, этот фотоаппарат мне очень дорог. Я ни о чем другом даже думать не могу. Если хочешь приступить прямо сейчас, здесь есть терминал. На. Вот что бы я взяла, если бы пошла сама. На здоровье.
Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в... Сэм, размещен заказ. Загляни в терминал доставки. Оружие разрешено.
совсем не то.
Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Ух ты. Спасибо. Я боялась, что больше его не увижу. О, слава богу. Он выглядит в точности, как раньше. О, ты не представляешь, как он мне дорог. Это отец решил, что нужно поселиться здесь. Он думал, что сможет в одиночку разгадать тайну выхода смерти. Мы последовали за ним. И вот что в итоге. Если бы ты не пришел на выручку, фотоаппарат бы потерялся, а вместе с ним пропали бы и все плоды наших трудов. Этого нельзя допустить. Мир должен об этом услышать. Кто-то сумеет понять, что это значит. Так что подключай нас. Мы хотим присоединиться к UCA. Я искренне надеюсь, что наша работа принесет пользу. Еще раз спасибо. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся. Сэм, это Хартман. В найденном тобой фотоаппарате были удивительные снимки. Когда ты подключил убежище фотографа к сети, все данные оттуда, включая материалы исследования ее отца, автоматически попали к нам. В общем, в моей лаборатории до сих пор нет скоростного подключения. Но мне удалось сравнить один снимок с тем, что есть в базе. Исходя из своих вычислений и документальных свидетельств в наших архивах, я бы оценил возраст рисунков в этой области в 30 тысяч лет, если не старше. Художниками, скорее всего, были неандертальцы или другие пралюди, мигрировавшие через континент. Видишь существ, похожих на дельфинов? В то время эта пещера, должно быть, была еще дальше от берега, чем сейчас. Так как эти художники могли встретить дельфинов? Ответ – никак. Я полагаю, что они повстречали не дельфинов, а береговых тварей. И это значит, что выход смерти был не первым феноменом такого рода, что это уже было раньше. С рождения нашей планеты вымерло бесчисленное количество видов, от бактерий до динозавров. Ученые называют самые крупные периоды вымирания «большой пятеркой». Но, конечно, было много других подобных событий, хотя и не такого масштаба. Что если художник пытался задокументировать такое событие? Свое собственное вымирание? Это было бы первое свидетельство о выходе смерти в истории Земли. И это подтвердило бы мои теории. Чем скорее ты подключишь меня к сети, тем быстрее узнаем. Только представь, какие тайны мы сумеем раскрыть. Я буду ждать, Сэм.
Сэм, отличная новость. Параметры ББ-28 почти достигли оптимальных значений. Совсем недавно его глаза открылись. Его взгляд блуждал по сторонам, будто искал кого-то. А затем наши глаза встретились, на секунду, кажется. Я серьезно, мне даже почти захотелось оставить малыша себе. В общем, мне еще нужно провести диагностику и внести необходимые поправки. Однако колебания концентрации хирали уже не должны быть проблемой. Сможешь подключить к сети еще одну точку? А потом, как только я достоверно узнаю, что ББ функционирует нормально, я передам его в твои руки. Это последний этап. Обещаю. Еще одна точка. Это все, что нам нужно. Удачи. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сэм, ты получил письмо от нашего приятеля с гор? У него для тебя есть заказ. Можешь этим заняться? Будь осторожен. И возвращайся поскорее. Спасибо за ваш вклад. Оружие разрешено.